Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, как и обещала вам, сейчас хочу показать вам свой рецепт лечо. Я вам уже показываю все подготовленное. Перец предварительно я очистила от семян. Вот это я оставлю на семена далее. И разрезала на вот такие вот дольки, квадратики. Я режу на квадратики. Вот это у нас вот приготовлен перец. Лук я режу пополам и потом на вот такие вот дольки. И сюда входят помидоры. Помидоры я предварительно перекрутила. На вот такую вот порцию леча у меня идет 5 килограмм томатов, 5 килограмм перца и 2 килограмма лука. Ну, кто любит, лук дает вот такой вот сочный вкус, можно взять тоже 5 килограмм. Я беру 2 килограмма лука. Сюда я добавляю стопку соли. Стопка соли. Столовая ложка пойдет сахара сейчас. Сахар. Столовая ложка. Такая с горочкой. С горочкой столовая ложка сахара. И стакан. И будет стакан у нас масла растительного. Масло растительное. Стакан. Именно масло нам даст, мы потом будем 45 минут стерилизовать это все в миске и подготовим банки. Вот у нас есть. За счет масла дает тоже свой вкус. Еще раз напоминаю вам, что это мой рецепт леча. Возможно, люди, сколько людей, столько мнений, поэтому я добавляю яблочный уксус, ложку, столовую ложку яблочного уксуса. И сюда нам еще надо перец. Нам надо еще перец. Перец тоже раскроет свой вкус, поэтому возьмем перчик. Можно взять горошком, а я возьму перец молотый. Перец молотый, он уже раскрытый. Ну, вот я беру пол чайной ложечки. Даже это будет много, не будем. Значит, меньше, чем половинка чайной ложечки перца. Мы все приготовили. Теперь, я вам покажу, что у нас получается. И мы ставим это все на открытый огонь 45 минут. 45 минут у нас будет кипеть. Оно будет кипеть. Ставим все время, помешиваем на открытом огне. И лечо наше кипит. В то время, пока будет приготавливаться лечо, мы подготовим стерилизованные банки. Через 45 минут лечо можно накладывать в банки и закатывать. Я беру крышки, те, которые закручиваются. Оно быстро, хорошо закрутил. И буквально 50 минут, и лечо готовое. Друзья, попробуйте тоже. Мне очень нравится этот рецепт. Я делаю его уже более 30 лет. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Кто подписался, жду вашего мнения. Как на вкус? Мне очень нравится, и мужу моему, и моей семье нравится это лечо. Оно такое сладковатое и не соленое, но очень вкусное.